Так, друзья, цены, цена на суши в городе Стокгольме сейчас находимся. Так, 11 вот этих вот штучек. Такой вот супчарский. Супчарский можно брать сколько хочешь. То есть вот это вот одна порция. А супчарский можешь хоть 100 раз подходить и 100 раз брать. Кстати, он вкусный. Тоже нормальная вещь. Вот находимся в Стокгольме на центральной улице, в самом центре Стокгольма. Но в конце этой улицы Дрёттингатан. Эта улица называется Дрёттингатан, номер 100. Напротив нас 89. Вот, напротив нас Дрёттингатан 89. То есть, если кто-то захочет сюда пойти. Здесь просто, во-первых, вкусные суши, во-вторых, они недорогие. То есть, вот эта порция стоит 65, но это до 3 часов. 65, а тут еще по времени? Да. Когда обед, там, с 12 до 3, тогда в будние дни, тогда 65, а так 70. 70. В общем, 7 евро она стоит, если грубо туда-сюда брать. 7 евро стоит 11 штук. Вот здесь вот, здесь сколько штук? 7. 7 штук. Сколько стоит 7 штук? 5 евро. 5 евро стоит 7 штук. Такая же тема, тоже берешь этот супчик. Вот. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.